Всем привет, с вами Евгений, mobiletelephone.ru и распаковка новинки от компании Microsoft Nokia Lumia 830. Модель была представлена не так давно в Берлине, затем привезли ее в Москву. Мы были на презентации московской, было интересно. Посмотрите наш отчет на канале на YouTube. Продается телефон в нескольких цветах, в черном, в белом, в зеленом и в оранжевом. Вот здесь вы видите доступные цветовые решения, точечками отмечены. Стоимость составляет 19 990 рублей. Цвет конкретно нашего аппарата вот здесь вы можете видеть, белый. Давайте распакуем. Так. Язычок. Внимание на себя сразу обращает оформление камеры. Здесь 10 мегапикселей модуль. Оптическая стабилизация. На наклейке на дисплее основные особенности. 830 Lumia – это скорость и мощь в стильном корпусе. Металлический корпус. Камера 10 мегапикселей. Автостаб. Процессор четырехъядерный. Snapdragon 400. Большой экран. 5 дюймов HD. Беспроводная зарядка. Ну, это популярные сервисы, которые вы можете получить на платформе Windows Phone. Батарея съемная, емкость батареи 2200 мАч. Аксессуары для беспроводной зарядки. Блок зарядного устройства. В пыли какой-то весь. Выход у зарядки составляет 1,5 ампера. И кабель USB, микро-USB. Гарнитуры нет. Ну, она, в принципе, и не нужна телефонам такого класса. Все равно комплектные гарнитуры, как правило, ужасные. У белой версии крышка матовая, soft touch, приятный на ощупь материал. Снимается крышка снизу. Сим-карта здесь, microSD. Производим включение, кнопка питания справа, там же качелька громкости, кнопка камеры. Прилипла Nokia. Наверху аудиоразъем, микро-USB, внизу ничего, слева ничего, сзади камера, вспышка, микрофончик маленький здесь. Наверху логотип Nokia, фронтальная камера, разговорный динамик. Внизу 3 сенсорные клавиши, микрофон. Сейчас будет несколько перезагрузок. При первом включении у Windows Phone всегда так. Все приложения установлены, жмем далее, почти готово, почти, но не совсем. Спасибо, что выбрали Lumia. Ошибка сим-карта, но сим-карты у нас здесь, естественно, нет. И, пожалуйста, первое включение. Шторка. Ага, требуется перезагрузка. Как и обещал. Хочу показать его рядом с Sony Xperia Z3 и Xiaomi Mi 4. Тоже металлические девайсы. Здесь экран 5,2 дюйма, здесь тоже 5 дюймов, как у Lumia 830. По высоте, в принципе, они все сравнимы. По толщине Z3 самый тонкий, а вот эти два тоже сравнимы.
Вид сзади. Мне нравится, что у Lumia 830 подчеркнута область камеры. Даже если фотографировать он будет примерно на уровне Z3 и Xiaomi Mi 4, то все равно такой вот акцент, он весьма приятен и будет греть душу владельцам телефона. Закрепим основные фишки Nokia Lumia 830. Корпус с применением металла, цена 20 тысяч рублей, 4 цвета, включая оранжевый, зеленый, белый и черный. Процессор 4 ядра, Snapdragon 400, батарея 2200 мАч, камера 10 мегапикселей, экран 5 дюймов, HD, оперативки 1 гигабайт, беспроводная зарядка. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, mobiltelefon.ru. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео и до свидания!